Пишем. Стоп, обратно. О том, что в кино один эпизод снимается по несколько раз, многие участники 26-го кинослета не знали. Здесь, на базе загородного лагеря «Спутник», начинающим актерам предстоит на своем опыте испытать все прелести кинокухни. От скандальных сцен... Чё ты тут с ним гуляешь? Это мой парень! До экстремальных историй на съемочной площадке. Наш актер лез в окно на второй этаж по связанным покрывалам. В процессе съемок это покрывало оборвалось. Мы чуть не потеряли актера. Бессонные ночи на съемках и на монтаже, ежедневные репетиции актеров и мастер-классы от опытных режиссеров. По словам организаторов, этот кинослет станет самым запоминающимся за всю историю. Желание участников работать и, что не менее важно, погода, сделали свое дело. Такое, чтобы вот целый день был солнечный день, чтобы можно было целый день снимать с отличной погодой, это, конечно, бывает нечасто. То есть, как правило, все равно выходится какие-то вырывать моменты солнечные или снимать вообще в пасмурную погоду. 19 команд, 200 участников. На 26-й кинослет съехались авторы и любители фильмов из Кирова, области и соседних регионов. Победителем слета в этом году стали члены киностудии «Клип» из Подосиновца. Памятные призы, кубки чемпионов и море позитивных впечатлений. Всего этого участникам кинофестиваля хватит до встречи в следующем году. Данила Кочуров, Максим Колбин, Антон Мамаев, Бюро новостей Дайвича.